вот это лицо, это как раз абсолют лиц тех мелодий, которые пели мини-зингеры. Вот это как раз майстер-зингеры, мини-зингеры, мини-стрели. Ну вот, вот это мини-стрели. Это вот абсолютно мини-стрели. Вот его мелодия как раз вот. Эта мелодия он сейчас поет. То есть это моя мелодия, но он сейчас ее мне спел. А я только ее озвучил. А он на мне спел. Вот это и есть музыка. Вот. Не ноты там, не игра. А философы скажут, свет глаз. Поэт тоже напишет поэму. А там ничего нет. Он на мне спел. То, что я спел, то и не больше. Но на земле, к сожалению, этого, вот этого ничего нет. Ничего, ничего вот нет. Как раз ничего. Этого ничего нет. А все, свет глаз, небо передающее, а вы, сил, мне не нужно взмаха, мне не нужно моих альвеол, мне не нужно моего организма, моей вечной легкости, не знающей ни старости, ни молодости, моей сверхгибкости, моей акробатичности. Он на меня действует, я вот от него отошел, у меня рука абсолютно вот от него идет. Вот чем величайшая скульптура настоящая, что она человека от человека отделяет, она делает его сверхчеловеком, без него. Ему не нужно для этого становиться, себя воспитывать, себя возвышать, доходить до грани каких-то уже вот там границ и переходить. Вот это как у Чайковского. А вот дальше. Ту-т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 у
И уж свет человек. Уж какая в нем трагедия сверхчеловека. А публика смирает на ее глазах. И все жилы в провода, в электричество. Он фигня. А вот этот отошел, ты уже и сверхчеловек. Вот это. Он надо мной смеется, осуждает, говорит, вот ты тут поешь, как будто бы все вроде сходится, а на самом деле нифига ни с чем не сходится с нами. Он мне так говорит, он так смеется надо мной, вот улыбочка мне. Ну ты мне нравишься, он мне говорит, но все равно ты это, по сравнению с нами, это... И тени не стоишь. Вот как ноты дают губы, а? Чуете? Вот какая тишина от него теперь идет, да? Знаете, мне самый большой недостаток, самый большой недостаток в этом, что эта абстракция порождает очень много мыслей, она заставляет ощущать впечатляемость свою и свое внутреннее мышление. Вот я на нее вот смотрю, на эти ножки, и я все время думаю, стою, то и это думаю, то так еще думаю. А настоящая скульптура, она вшибает у тебя все в голове, или ты думаешь только одной мыслью, пока она в бесплотность не превращается, и в гениальные стихи Хлебникова уже, когда материя огромной плотности, она бесплотна. Не просто бесплотность, а именно огромная плотность, абракадабра. Вот, она бесплотная, и ты стоишь, и...
тут вот посмотришь на это, и все, и то, и башки уже гениальное выскочит. Это страшное явление. Оно делает людей бездарными, многомыслящими, трафаретными, многословными. Это для лекций хорошо в университете. Вот это лектор. Лектор – это жаргон. Лектор – это жаргональник. Вот это для нас. Какое бы человечество ни было, невозможно найти определение того чувства, которое будет утром по утрам, если ты будешь жить вот тут и вставать. Совершенно невозможно. Но то, что я правильно говорю, что я... Неожиданно на меня напали крысы в несметном количестве. Ну, 30 штук уж точно по комнате бегали, я вошел. Огромная у меня большая комната. Вот, и мне пришло в голову написать щелкунчиком. И вот я как раз попадаю в этот зал, потому что мне пришло в голову в том смысле, что я вдруг... услышал в Чайковском провидение буги-буги. У него мелодия крыс – это знаменитая вечная мелодия, которая повторяется во всех буги-буги. Вот это. И вот эта дисковая штука, она, собственно, не поставлена. Она
порождена природой современного человека. Она как бы невольно изродилась, даже не родилась, а изродилась. То есть современный стриптиз, раздевание, движение, балет – это приблизительно очень похоже на крыс. Но у крыс это более изящно. Вот когда они бегают и встают на ноги, когда я вошел вдруг вот так вот они, вот, то это было буги-буги. Это было буги-буги. И что наиболее страшно в том, что буги-буги, оно закабаляет. Оно, это сачок. Это как бы завал. Это как бы не, даже не захват, а завал, заворот, вот заворот, такой человековорот, водоворот. Сам не в воду заворот, а сам в себя. Вот. И при помощи буги-буги, по сути дела, перевернули всю цивилизацию. Ну что, человек стал раб. Раб своей ограниченности, своей обычности, обыкновенности. Именно вот эти движения буги-буги – это апогей, это ода, это гимн, сам гимн самой обыкновенности. Дает гимн своей обыкновенности, унисон сам с собой. Вот он не двигается, это унисон. Вот это не двигание, это унисон сам с собой. Он сам себя не может быть без того, чтобы не закопалиться. И получая. И вся земля в буги-буги. А американцы смотрят. И то же самое. Вот такая вот.